Годы не помеха интересным увлечениям. В Урае в университете третьего возраста открыт новый факультет. Теперь местные пенсионеры занимаются хореографией. Движения несложные, музыка ритмичная. Занятия будут длиться 3 месяца. Все это время студенты факультета под руководством профессионального тренера будут изучать разные направления в хореографии, освоить несколько видов танцев. Университет третьего возраста в Урае действует чуть больше 10 лет на базе социального центра. Пожилые урайцы здесь могут пройти курсы оздоровительных процедур, занимаются лечебной физкультурой, посещают факультеты прикладного искусства и подвижные направления. Конечно, общение в первую очередь, потому что я вот очень люблю новые знакомства, общение. Я близнец вообще-то, и поэтому я вообще не могу без общения. Поэтому стараюсь везде ходить, везде участвовать. Дети, молодежь очень любят танцы, но и люди нашего золотого возраста непосредственно очень любят танцы, и глядя на то, с какой легкостью, позитивом они делают это, то тут нельзя по-другому. То есть хочется работать с такими людьми, хочется вдохновлять их, и чтобы они вдохновляли тебя.